В ближайшем будущем в России появятся первые платные дороги, не имеющие бесплатной альтернативы. Изменения в закон об автомобильных дорогах уже вступили в силу. Предполагается, что нововведение коснется исключительно Крайнего Севера. Напомним, в эту зону входит 70% территории страны. Закон позволяет не обеспечивать, например, альтернативный проезд при строительстве платного моста через реку Пур на Ямале. Но, помимо новых дорог, документ затронул и существующие трассы. А это значит, что платными могут стать любые мосты и путепроводы. Однако деньги за проезд по таким трассам разрешается взимать только с грузового транспорта. Концепт-кар Acura Type S подготовлен для фестиваля Monterey Car Week в Калифорнии, но производитель прямо заявляет, что перед нами не просто шоу-кар, а предвестник нового поколения седана TLX, в гамму которого вернется мощная модификация, очевидно, с традиционным названием Type S. Последний раз такая машина в линейке Acura была более 10 лет назад, с мотором V6 3.5 на 290 лошадиных сил. Современная модель, конечно, будет мощнее 300 сил, и получит турбированную шестерку. Никакие конкретные цифры для концепт-кара не названы, поэтому давайте просто рассмотрим его внешность. Здесь углепластиковый обвес и колеса диаметром 21 дюйм, пятиугольная решетка радиатора и четырехсекционные светодиодные фары — примета всех нынешних моделей Acura. Интересно, что седаном TLX ряд новых S-тайпов не ограничится. В течение 2 лет Acura собирается выпустить минимум 2 заряженные модели. Второй наверняка станет кроссовер.